Нагомельшчыне подведены выники регистрации кандидатов у депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь. Нагадаем, что на Гомельшчыне округовая комиссия отповедные документы подал 81 человек. При этом 62% жадающих отримать депутатский мандат являются членами политических партий. Прикладно каждый пятый кандидат – жанчына. На протягу 10 дней округовые комиссии проводили проверку правильности подаденных документов, после чего кандидат, у которых не было выявлено нарушений, отримали ответное посвящение. Из 81 претендента, подавших документы в окружные избирательные комиссии, на заседаниях комиссии было зарегистрировано 74 кандидата в депутаты. Из 51 представителя политических партий мандаты за собой сохранили 46 кандидатов от 9 политических партий. В числе 74 кандидатов 14 женщин.